Почти час. Длится немного дольше обычного урока, но врезается в память надолго. В историко-культурном центре продолжаются уроки мужества для учащихся муниципалитета. В этот раз перед студентами колледжа Московия выступил ветеран боевых действий в Афганистане Валерий Бодряшов. Открыто и откровенно из первых уст участника той страшной войны. Коллеги, даже не друзья, издали вот такую книгу памяти. Два тома таких есть. Это всех погибших. Проделана колоссальная работа. Еще несколько лет назад их было меньше. Но ездят туда, находят остатки, привозят сюда, проходят идентификацию и устанавливают. И вот на сегодняшний день 15 022 человека. На экране были продемонстрированы фрагменты документальных фильмов об афганской войне. Ребятам рассказали о мужестве советских солдат, которые выполняли интернациональный долг за рубежом своей родины. Подвиг воинов, многим из которых было всего по 20 лет, нашел отклик в сердцах студентов. Узнал много нового. Именно не то, что пишут нам в учебниках истории, а то от человека, который был там, который командовал непосредственно этим. Это очень важно при изучении какого-то момента в истории или какого-то события. Меня очень впечатлило данное мероприятие. Я узнала много нового, много интересного. И, в принципе, мне очень понравилось. На встрече учащиеся детально погрузились в историю боевых действий в Афганистане, узнали о причинах конфликта и невосполнимых потерях советских войск, а также о трагической судьбе земляков. У них горят глаза, задают массу вопросов. И, в общем, я сам большое, так сказать, удовольствие испытываю от общения с молодыми людьми, которые вот так активно себя проявляют. Уроки мужества для учащихся Ленинского городского округа в историко-культурном центре проходят на постоянной основе. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.